Всех приветствую, дорогие друзья, на Догма 64. Сегодня поговорим про Mercedes-Benz W210. То у нас в прошлом ролике фигурировала мини такая история. Там участвовал Бруно Сакко, Майкл Финк. Сегодня же, наконец, мы увидим 210-й кузов в Дори стайле. Действительно уникальный автомобиль. Конечно, здесь есть немножко переделок на что-то в рестайл. Сам владелец этой машины, Дмитрий, расскажет нам. В общем-то, вот он, красавец наш. С самого начала хотелось бы сказать, я думаю, о том, как вообще зародилась идея о том, чтобы купить именно 210-й кузов. В какой-то из дней просто листал сайты, объявления о продаже машин, о покупке. Много вариантов, очень много вариантов смотрел. 38-е семерки, 39-е пятерки, то есть средний-высокий класс. На Мерседесы тоже смотрел, конечно. Потому что это у меня уже не первый, а второй. Как-то глаз пал больше на 210-й по причине того, что их, правда, мало. В достойном состоянии еще меньше. И хотелось выделяться какой-то особенностью. Почему не машина, решил я. И где-то полгода я их смотрел, копил. Думая, что ну, такая машина в хорошем состоянии стоить будет очень-очень немалых денег. И в один день подвернулся мне именно он. На Фейсбуке, по-моему, я увидел тогда. Сразу же написал владельцу, позвонил, договорился. В тот день я еще на учебе был. В тот день я был на учебе и прямо с пар я решил по-быстрому свалить, чтобы заехать посмотреть его, потому что кое-какая сумма уже была, и в общем-то смотреть и не пришлось. Первое открытие двери, как я сел в салон, помню это прямо как сегодня. Поехал также смотреть с друзьями, конечно, они сразу спрашивают, ну что там, как оно вообще по состоянию, то все. Я говорю, да даже смотреть не хочется, просто понял, что сразу это моя машина. Больше ничего и не нужно было дальше смотреть. После, наверное, 2-3 месяцев покупки, когда уже такой первый кураж прошел, начали, конечно, всплывать в глазах какие-то моменты, косячки. Так как машина из Испании, ржавчины, конечно, на ней нет, но всякие вмятины, царапины, очень много их было. Так как она также долго стояла, потому что тот, у кого я ее купил, он на ней не ездил. Он ее привез из Испании, она с год стояла в гараже. Ничего с ней не происходило, и да, конечно, от старости, так как ей уже было тогда 24 года, сейчас уже 25, начало что-то сыпаться, то есть переднюю подвеску полностью нужно было менять, но прошу заметить, что стоял там полностью оригинал с завода, потому что все вышло у меня молотком и отверткой, все сайлентблоки, все, то есть состояние, правда, очень хорошее. После этого никаких поломок и не было. То есть только менялись какие-то вещи, которые стояли еще с завода 25 лет к ряду. Конечно, они уже искатали свой ресурс, и нужно было менять. Каких-то неожиданностей или того, что я оставался на дороге без возможности ехать дальше, не было ни разу. То есть никогда он не подводит. Железо крепкое. Забыл сказать, что машина занижена, это еще... Как же? Колеса, посадка, это же классика. По минус 40 миллиметров в круг. Заебись. В общем, Дима сказал, что хочет помериться яйцами, посмотреть, что же быстрее. 2,8, 150 киловатт. Или сколько там? 3,0? 130, да. 130 киловатт. Вот. Играем на ключи машины. Пиздец. Будет интересно, все-таки вес-то разный. Ну, ты в целом доволен машиной. Очень классная тачка, на самом деле. Лучше не видал. Угу. Как я уже говорил, только сев, сразу понял, что это мое. Слушай, Дима, вот скажи мне, чем тебя вот бесило вот это яйцо сзади? То, что оно в форме яйца или... Ну да, да, как-то в целом как-то не то. Плюс сами фонари уже были уставшие, такие замутненные. Угу.
Ну да, они же, по-моему, вообще там мотовеют еще вдобавок. Да, если... да, да. А, она же ровная, да, по-моему, вот такая прям? Да. А, ну тогда да. А эти получше. А в рестайле все-таки исправили этот момент. Да. Ну, сейчас померимся яйцами. Спасибо за фору тебе огромное, кстати. С полный бак заправим, вообще, блин. Я решил специально не заправляться, потому что это бензин, все-таки надо на лампочке кататься. Да, как я уже говорил ранее, машина крайне надежная. Кроме подвески, то есть тормозов, там каких-то таких мелочей, расходников, не ломалось ничего. Больше было работ именно по восстановлению в состоянии, в котором я считал, что она должна быть. Какие-то мелочи, которые отсутствовали, нужно было либо менять, либо как-то восстанавливать пиксели, то все. Мелочей очень много, так как машине много лет, как и у всех, одна и та же отговорка. Какие-то мелочи по салону, по внешке, не хватает где-нибудь какого-нибудь молдинга, такие всякие. Из основного, что было по внешности сделано, это, ну, я думаю, заметно. Полный перекрас кузова. Также с выравниванием всем вмятин, царапин, всего этого ужаса, что был. Свет я решил оставить примерно похожий на оригинал, но с таким более современным оттенком. То есть это цвет от 213-214 кузова E-класса. Piedmont Green. В темноте чернее черного. На свету, на каком-то солнце, переливы в очень яркий изумрудный зеленый, темно-синий на ребрах. То есть, как я считаю, лучше цвета для него не подобрать, потому что он такой же статный, как и сама машина. И больших плюсов, как по моему мнению, это сам салон. Белая кожа. Ну, не совсем белая. Более серая, конечно, но выделяется на фоне большинства машин с черными салонами. И, как по мне, темная машина с ярким салоном — это куда приятнее. Комплектация Elegance в целом не самая бедная, но и далеко не богатая. То есть из каких-то интересных вещей это, конечно, регулировки электро, и сиденье, и руль, и также память присутствует. Очень много людей первый раз, когда садятся за руль, когда я кого-то пускаю, в крайне редких случаях, первое, что хотят, это, конечно, настроить сиденье, и сразу же ищут где-то в привычных местах. Достаточно просто показать пальцем. Оно здесь. Куда удобнее, как по мне, чем в большинстве машин. И нареканий не вызывает. Из других опций это у нас складывающиеся зеркала, которых, к сожалению, пока что нет, потому что кто-то поменял их на самые обычные, без моторчиков, без механизма, и найти это сложно. Омыватели фарта, как здесь у нас ксенон стоит заводской. В общем-то, и можно сказать, что все. Ну, кроме самого салона. То, что цвет, кожа, конечно, это тоже было в разряде опций. Состояние у него не самое лучшее, откровенно можно сказать. То есть какие-то заломы, трещины, все это присутствует, но по каким-то отдельным моментам это все делать не вижу смысла. Нужно все сразу взрывать, разбирать и полностью перешивать. За исключением, наверное, дверных карт, потому что они, к счастью, в нормальном состоянии. Машина у нас в дорестайлинге, но лично, по моему мнению, задние фонари дорестайлинга – это конкретный какой-то, так можно сказать, что проеб все-таки в дизайне. Да, конечно, как я понимаю это, я как бы не дизайнер, но как я это понимаю, они хотели перенести дизайн с передних фар немного на задние фонари. И в оригинале у нас здесь должны быть такие овалы с задним ходом и туманкой. Но я решил поставить от рестайлинга оптику эту заднюю, так как все-таки здесь продолжается эта идея с ребрами. И в целом оно гармоничнее смотрится с одной вот этой полосой, а не как было в оригинале, что здесь у нас идут ребра, а здесь уже эти овалы. Также здесь поворотники белые, и для заднего хода сами пластиковые вставки тоже белые. В дорестайлинге у нас идет оранжевый поворотник, то есть опять такое не синхрон. Также из доработок это передняя решетка от авангард комплектации, у которой больше хрома. И, ну, понятное дело, диски.
конечно, стоковые не совсем плохие, но эти мне нравятся куда больше. Нашел я их тоже, конечно же, за какие-то копейки, там буквально 200 евро, но после перекраса они стали смотреться куда лучше. Это у нас Сеген 17 радиуса от 220-600 S-класса. Много людей, которые именно сами на Мерседесах ездят, подходили ко мне, спрашивали сразу, что за диски, что это вообще такое, первый раз вижу, красиво. Какое-то отличие от серой массы, как я уже говорил, опять же, они очень редко встречаются на дороге, но именно из этого маленького круга хочется тоже выделяться, поэтому диски – это самый простой способ, наверное. Отсутствие тонировки, как на... Я считаю, на классических машинах должно быть. Да, это, конечно, приятно, когда на тебя никто не смотрит, но скрывать красоту именно самого салона – это неправильно. Конечно, у каждого свое мнение, но… Как думаешь, кто победит? Ну, вот, вот сложно, да? Вот, ну, вот в этом сказать. И интерес. Ну, хотя вот вообще машины разные. Ну ладно, Дим, поскольку ты сказал, нужно помериться яйцами, надо все-таки помериться. Че, погнали? Так, ну что, результаты давай. Почти равные. Ну, то есть яйца у нас почти одинаковые, да? Ну да. Заебись. Так, у нас проблема, конечно, здесь небольшая. С защиткой. Очевидно, не видно там. Короче. Сейчас подсветим. Давай, да. Посвети. Короче, да, на большой скорости она уже и оторвалась там. И пиздец, хуй знает. Так, ну что, пробуем еще? Конечно. Заебись. Тогда, блядь, с места нахуй. Ну да. Решим вопрос. Как по мне, второй старт с места немножечко это... Получше был? Ну, получше, конечно, но, ну, по-моему, ты все-таки чуть-чуть позже нажал. Ну, посмотрим. Ну, ничего, еще сейчас посмотрим. Может быть, это скорее либо автомат, блядь, либо еще. Че, нормально. Че, погнали? Поехали. Также из интересного, конечно, здесь... Много чего отличается от большинства машин по управлению. То есть банально те же кнопки стеклоподъемников у нас находятся снизу, около коробки, около селектора. Регулировка зеркал, открытие багажника. В целом вообще все опции у нас должны быть размещены здесь. Отключение стабилизации. Все это у нас распихано по отдельным кнопкам физическим, по классике. Также здесь сверху у нас имеются кнопочки аварийки, открытие-закрытие дверей, омыватель фар. Конкретно в этом экземпляре интерес в том, что здесь присутствуют заглушки. Хотя ни в одном другом 210-м я лично этого не видел. Может, кто-то видел, подскажет, но для меня это... такая особенность моей машины.
Здесь у нас должны быть подогревы, вентиляции сидений. Ну, как я помню, в дорестайлинге вентиляции у нас не было, то есть это пошло только в рестайлинге уже. И здесь должна быть, должно быть отключение противоугонной системы, но это вообще бесполезная опция. Я говорю честно, я не видел никогда на них заглушек. То есть это идет сплошное дерево, а у меня почему-то они есть. Но это как по мне плюс для каких-то дополнительных вещей, конечно, которые ты хочешь поставить. Потому что сама эта панелька, она изнутри меняется. То есть вот это основной блок кнопок, и вот это все идет вторым блоком. То есть его просто вытаскиваешь и вставляешь потому другой. Потому что реально была проблема, блин, найти действительно вот это дерево, блядь. Да, да. А здесь оно считает полной комплектации, но моментики присутствуют. Свет у нас тоже находится, ну, не в самом необычном месте, но для большинства, опять же, непонятно, как те же туманки включаются. Вместо ручника у нас, конечно, присутствует ножник. Светоуправление у нас находится здесь, сверху. Ну, это уже обычные вещи. Также многие, очень многие не понимают, что заводка у нас происходит не с удержанием ключа, а с одним проворотом, и не нужно держать его дальше. То есть такие мелочи, но крайне удобные. Очень много всяких кармашков, пространств для того, чтобы сложить что-то. Здесь у нас пепельница, прикуриватель, просто какой-то обычный карманчик. Лично я решил его обшить, ну не обшить, а, так скажем, вклеить какой-то такой интересный материал, мягкий, ворсистый, потому что из завода оно шло просто пластиковое внутри, и после предыдущего владельца тут были какие-то пятна от клея, что-то липкое, и это было крайне неприятно. Здесь под подлокотником у нас присутствует еще один небольшой карманчик, и в опциях там также шел подстаканник. Но, к сожалению, у меня опять же его нет. Подлокотник сам тоже у нас крайне большой. То есть помещается туда, по моим подсчетам, примерно 25 дисков. Либо же где-то 30 кассет. Потому что прямо сейчас у меня установлен магнитофон с CD-дисками. Но также я нашел тоже очень редко встречающийся, но интересный, по-моему, марки Bosch магнитофон. Он у нас с таким опускающимся и поднимающимся экраном с электроприводом. И он уже идет с кассетами. Но и качество звука на нем тоже намного лучше. Это очень ощутимо. По музыке у нас не так много колонок, но все они расположены нормально и звук устраивает. То есть пищалки у нас в торпеде. По каждой двери у нас стоит колонка. И также в задней полке за головами пассажиров у нас тоже еще две колонки с большим уровнем баса. То есть они отличаются от дверных, хотя размер тот же, 16. Иногда бывает, что просят сделать потише, потому что даже заводские, они очень неплохо звучат. По приборке у нас тоже все самые необходимые вещи присутствуют. То есть тахометр, спидометр, уровень топлива, охлаждающей жидкости, температура. И также у нас идет уже экран, потому что это 99-й год. В отличие от самых ранних, то есть с 96 по 97, там шли совсем маленькие экранчики с часами и какой-то еще небольшой экран. Сейчас не скажу, что там было, но в данном случае он у нас идет довольно большой. И также он выводит туда и температуру наружную, и время, и ошибки какие-то, если они возникают. Все находится здесь. Эту машину именно на этом двигателе, на всем выбирал я и из каких-то заделок на будущее. То есть это у нас 606, 3 литра дизель. В стоке выдает
какие-то не вау-цифры, то есть 130 киловатт, где-то в районе 300 момента, и потенциал. Самое главное здесь потенциал, потому что эти моторы строятся на 400-450 киловатт без того, чтобы залазить именно в сам двигатель, то есть меняется только навесное. Турбина, мозги, интеркулеры, такие вещи. Даже форсунки никто особо не хочет трогать, потому что здесь они с такой крайне интересной конструкцией. Конкретно эта машина пока что в стоке, но планы есть, планы имеются. Также этот двигатель у нас шел только на автоматической трансмиссии, то есть 3 литра турбо. Без турбины он шел на механике, но в данном случае, да, только автомат, без варианта выбора. Это также хочется поменять, потому что здесь у нас самый простейший 5G-троник. Да, уже после перехода, то есть не с выбором передач, который шел у нас по ровной линии, здесь уже он идет волнистый, и отличие по самой коробке, конечно, тоже присутствует. Он более резвый, более интересный, с выбором на зимний и летний режим. Хотя отличие там тоже опять только в том, что в зимнем режиме он у нас стартует со второй скорости и расходует больше. Но когда мне, к сожалению, пришлось вытащить его с зимовки из гаража из-за отсутствия другой машины, то эта функция, конечно, помогает. Также про отличие рестайлинга до рестайлинга у нас очень-очень большая разница. С морды это больше всего видно. То есть крылья, капот, бампера, фары, решетки, все это абсолютно разное. С задней части также я упоминал, что фонари у меня от рестайлинга. Бампера там тоже также другие, юбки в рестайлинге у нас присутствуют, а в дорестайлинге у нас идут абсолютно дичайшие некрашенные пороги, за которые каждый хочет спросить, типа, она у тебя гнилая была, переваривали, антикором покрывали. Нет, это завод, абсолютный полный завод. По салону отличия от рестайлинга до рестайлинга тоже очень много, то есть и карты, и сиденья, и торпеда, приборная панель, руль. Наверное, отличается все, кроме центрального тоннеля и заднего ряда. Опять же, зависит от комплектации, то есть задний ряд у нас тоже мог быть другой, с другой кожей, с другой строчкой, и в целом по форме тоже отличался. К сожалению, того же лючка для лыж тут нет, потому что топливный бак у нас стоит рядом с задними сиденьями, за стенкой металлической. То есть он скорее в багажнике. И никакого отверстия там проделать невозможно. В отличие от универсала, потому что в универсале он у нас идет, насколько я знаю, под полом. И там уже, да, конечно, складывающиеся сиденья, куча места, очень практично. Но здесь объемы тоже впечатляющие, то есть и сам салон объемный. Если сравнивать, например, с более поздними поколениями, то есть 211, 212 Mercedes E-класса, отличия в размерах снаружи практически нет. То есть какой-то из них, по-моему, 211 даже длиннее немного. Но по салону простора здесь куда больше. Также и по багажнику, то есть места там очень много. 4 колеса с резиной влазят спокойно. И еще куча вещей вдобавок к этому. Также про гамму моторов и коробок в рестайлинге, до рестайлинге у нас тоже много отличий, потому что данный двигатель, например, ставился у нас только в 2 года, то есть 98-99 год, с небольшим заходом в 2000-й, насколько я знаю, но это буквально 1-2 месяца, и это не так существенно. В рестайлинге же у нас идут моторы дизельные уже с CDI,
то есть это все common rail-овские двигатели. Из бензиновых также у нас уходят там рядные шестерки, как минимум. Рядные четверки, конечно, остаются, но вот рядные шестерки заменяются V6, так же, как и в тех же поздних годах до рестайлинга, то есть 98-99 год, уже пошли V6. По V8 дальше по гамме у нас в дорестайлинге шел 4.2, который, конечно, неплохой, но немного похуже, чем 4.3, который шел уже в рестайл. И также по самым топовым версиям, то есть AMG E50 и E55. Некоторые в заблуждение вводят людей и говорят, что это просто разные двигатели, но нет, это разные, ну не поколения, а разница именно по внешности, то есть это дорестайлинг и рестайлинг. E50 у нас шел, да, до 2000 года, и после него пошел уже E55. Абсолютно разные двигатели, абсолютно разные машины. Хотя, казалось бы, одно поколение. Да-да-да. Надо подождать, пока она это раздуплится. О, теперь можно. Одного, да? Короче, блин, Даша 3.0, 130 киловатт, очень хорошо едут. Да, так мощь. Что мы выяснили. Конечно, у меня универсал потяжелее будет, но... Ну, то на то и выходит. Ну. Мне даже интересно теперь стало, вот если Цешка брать с таким же мотором V8 150, в принципе, она должна ехать. Цешки хорошо едут, в принципе. Особенно 1.8 на компрессоре. Худшая крутая машина. Тачка. Худшая. Ну, расскажи про нее. Коротко. Ну, да, это было то, почему я захотел Mercedes, собственно, был первый мой, но опыт крайне плачевный с заменой цепи в шестерни, ремень дополнительный кучу раз рвало там, то все, в итоге все закончилось эмульсией и заебись. Продажей. Хорошо, а как ты относишься вот к Синону? Или к Синону, да? Да, да. Без линзы, блин. Ну... Но только честно. Светит нормально. Нормально? Не могу ничего плохого сказать. Так, окей. Давай-ка заведем. Как раз у нас есть рядом машина нормальная, которая сравнилась с легендарным седаном. А у тебя тоже ключ там проворачиваешь вот так вот? Да. Он, бля, заебись. Это так в начале, когда дорестайлы были? В самом начале в дорестайлинге шел даже, по-моему... Обычный, по-моему, да? Да, был вариант с обычным ключом, не с рыбкой. Угу. Но, да, здесь уже рыбка. Получается, переход у них был вот один. Там уже сделали так. Заебись. Да. Все как-то потемнее, кажется. Да? У меня то ли посветлее, что ли? Габариты. Какая фирма? Ой, если бы я знал. Потому что у меня, блин, наколхозили просто до этого. Галогены какие-то поставили, короче. А ты о нем не рассказал.
Ну, это такие мелочи, то есть по типу на те же габариты, там проводка что-то намучено было, надо было ремонтировать, потому что все держалось на скотче. С тем же бачком омывайки, там шланги просто от какого-то поливочного шланга. Нормально. Но в целом все работает, это главное. Ну слушай, да, как-то вот решетка смотрится реально покруче. Это у нас авангард, верно? Решетка авангарда. Где ты ее нашел? Ой, да по-моему тоже на Фейсбуке просто у кого-то нашел, то ли за 30, то ли за 50 евро. Угу. В общем, да. Ну такие ништячки сюда денег стоят, конечно. Как тот же руль, например, деревянный, за 1500. Ну это надо S500 писать. Такие, блин, продают. Ну да. Нормально. Это у тебя номер? Выпал. Я же покупал ее еще на проф-номерах. То есть я говорю, человек вообще не ездил здесь на ней. И да, вот такие выпали интересные. 090. По-моему, красивые. Да, красивые. Ну, звучок прям вообще класс. Этот цоканье, это их, это классическое на ОМ-ах старых. Очень приятно. Насколько ты там свою машину оценил? Из нюансов по машине была, да, в основном внешность, то есть правое заднее крыло было вмято, левая задняя дверь была с хорошей такой вмятиной на ребре, правое переднее крыло у нас было полностью вмято внутрь к фаре, сама фара тоже была без креплений абсолютно полностью, и бампер даже пришлось менять, потому что его уже было не спасти, он был залеплен каким-то стекловолокном изнутри снаружи, и выглядело это все как огромный такой прыщ у него под фарой, под глазом, из-за того, что мне пришлось его вытаскивать. С зимовки, да, я ездил немного во время снега, соли, всего этого. Здесь у меня начала идти ржавчина по кромке багажника, по всему капоту, потому что рыжики уже присутствовали, ну как, скорее сколы, но стали они уже рыжиками, и во время покраски вскрылось так, что пришлось сносить пол капота до металла из-за этого, также обрабатывать специальными составами, так же как и с аркой, потому что арку уже пришлось вытягивать споттером, и конечно были прожженные места, также они подваривались, замазывались, и следующую зиму ни в коем случае не хочется его вытаскивать оттуда, потому что это его просто убьет. Насколько бы машина была не прекрасная, не удобная, да, что точно про них можно сказать, это то, что гнить они очень любят. Есть с этим одним фокус: если машина завелась спокойно, ты вышел, и она сама закрылась, есть отличный технический люк, дырка в днище. Залазишь и открываешь дверь. Но, к счастью, в этом экземпляре у нас такого нет. Брал я эту машину именно потому, что был хороший кузов. Это самое главное для начала. Потому что весь рынок, что я смотрел до него, это даже за 4-3,5 тысячи, то есть дороже этой машины. Там у нас уже шли либо пороги, либо арки, крылья. Все уже подходило к тому, что начнутся скоро появляться дыры. И даже сейчас на рынке, когда уже все подорожало так на 1000-1500, есть такие уникумы, которые выставляют машину с ржавчиной, с дырками даже за какие-то баснословные деньги. Итак, по подкапотке у нас здесь, как уже сказано ранее, 606 ОМ, 3 литра дизель, самый мощный дизель на тот момент в этих машинах. По проблемам сразу пройдемся. Проблемы тут есть, к счастью, не в самом двигателе, а в навесном, то есть это топливка, и это самая большая проблема, потому что здесь они решили использовать у нас пластиковые трубочки, как и в 124-м, насколько я знаю. И они очень-очень любят пропускать воздух внутрь. То есть найти 210-й с этим мотором, в котором нет воздуха в топливке, это сравнимо игле в стоге сена. Я этим вопросом занимался очень долго, то есть, наверное, месяца 4 я пытался это все исправить. После того, как это началось, то есть машина заводилась странно, начинали обороты пропадать. Пока что эту проблему победить не удалось. Хоть и трубки все поставлены абсолютно новые, оригинальные.
это не уходит. Из решений в интернете и от знающих людей есть только то, что нужно эту систему полностью переделывать, то есть вырезать основные элементы, вот как фильтр грубой очистки, потому что в нем соединение очень хлипкое, хрупкое, и там воздух в основном и начинает попадать. Топливка проходит через один канал с тосолом рядом, как это было описано, для того, чтобы топливо разогревалось при подаче. Но смысла в этом никакого и нет. Логично, если машина холодная, то тосол будет холодный. Система эта перерабатывается полностью, либо меняются на железные трубки, либо вырезаются какие-то элементы соединения. Шланги на обратке очень любят рассыхаться из-за того, как горячо им тут. О электрике тоже очень большие вопросы всегда возникают к этим кузовам, потому что здесь они решили использовать биоразлагаемую проводку. И прочувствовал я на себе это тоже сам, потому что появилась проблема с тем, что машина спустя 3-4 дня не хочет заводиться, если на ней не ездить. Поиски были долгие, то есть, понятно, сначала аккумулятор просто сел, поставил другой, нет, не помогло. Генератор мы смотрим, отдаем в проверку. Ничего не меняется, потому что генератор отличный. Массу я также вешал дополнительную с кузова на мотор, и это тоже не помогло. Как вывод, какой-то из проводов у нас либо сгнил, либо рассохся, либо же просто она решила, что это будет проблемой для нее, так как других проблем у нее нет. Их самая любимая тема по охлаждающей системе – это, конечно, клапана. Клапана печки с электромагнитами, которые дохнут постоянно. Это стоят уже третьи за полтора года. Их нужно опять менять, потому что из-за них горячий холодный воздух очень сложно настроить в салоне. Также, так как у нас здесь идет опциональная клима, здесь у нас двойная, ну, с двумя зонами. И также, когда включаешь в одной зоне в максимальный холод, а в другой горячий, тогда оно работает. Но если температуры разнятся на буквально 5 градусов, то разницы абсолютно никакой со сломанными клапанами. Из интересных деталей, которые тоже не часто встретишь, это довольно невзрачная и простая система, да, с омывателем, но здесь она реализовано также удобно. То есть у нас есть маленький бачок и большой бачок. В маленький у нас идет концентрат, а в большой у нас идет обычная вода дистиллированная. Также сюда приходит у нас два таких кипятильника, которые ее подогревают в холодное время года, для того, чтобы она не замерзала. И все это соединяется простыми шлангами и смешивается просто в моменте. Так как я и по профессии, и по стилю жизни, можно сказать, механик, то я очень ценю, как здесь сделано это все для тех людей, которые это будут ремонтировать, потому что все крайне удобно, крайне легко расположено, и если возникают какие-то моменты, что до чего-то не добраться, как, например, когда я делал подвеску, то есть для того, чтобы вытащить болт правого нижнего рычага, передний болт, нужно было открутить трубки, снять шланг охлаждающей жидкости и, соответственно, слить ее, какие-то еще мелочи. Но когда ты начинаешь понимать, что по регламентам, скорее всего, эта подвеска у тебя будет меняться где-то там на 100-200 тысячах, то к этому пробегу тебе 100% нужно будет и менять и тосол, и смотреть какие-то патрубки, потому что они могут рассохнуться. То есть все, в принципе, продумано, потому что тебе это нужно было бы разбирать и так, и так. А так ты это делаешь в одну работу, считай. Ну и, конечно, очень хочется отметить сервисный режим у капота. С одним простым нажатием рычажка у нас он поднимается почти под 90 градусов. Абсолютно ничего не мешает работать здесь. Какие-то простейшие работы по замене масел, фильтров – это вообще никаких проблем. Это вам не французы. Также по вакууму, конечно, здесь бывают проблемы, но я лично не вижу, в чем можно здесь искать долго это или зависать часами над поисками конкретной дырочки где-то, потому что они расположены в самых просматриваемых местах, и искать их долго не надо. Также из потенциала к каким-то доработкам у нас само подкапотное пространство очень большое,
и помещать сюда какие-то большие турбины, другие выпускные, впускные коллектора, это все тоже делается без проблем абсолютно. С этим коллектором это, конечно, не сильно удобно, то есть какие-то работы по самой топливной системе здесь всегда приходится скидывать коллектор. Если ЕГР у нас на месте, то это тоже небольшая такая боль в заднице, потому что залезть туда можно только через одно место, и помещается туда только одна рука, хотя для работы там хочется две. Там, конечно, ничего не видно из-за того, что сам коллектор закрывает это все, но с какими-то моментами приходится мириться. Из плюсов для механиков еще хочется отметить, это место под щуп для коробки. Оно тоже здесь у нас расположено сразу же. Конечно, самого щупа у вас нету с завода, но его можно докупить и даже оставлять там, в принципе. Это никаких проблем не повлечет за собой, но да, есть заглушка. А сам щуп будете возить в багажнике. На сколько ты там свою машину оценил? 7-8. 7-8? Нормально. Есть куда стремиться, но, по-моему, уже неплохо. Не, на самом деле молодец, потому что, блин, ну сейчас как бы смотришь на ценники, да? Нормальные варианты, понятно, вот, допустим, стоят они очень хороших денег, но есть, блядь, просто убитые дизеля те же самые, которые просто гнилье. Кстати, универсалов я вижу больше, чем седанов. Да? Такое ощущение, как будто седаны, блядь, больше сгнили, или с чем это связано? Не могу вижу универсалы выйти. Не могу сказать. С завода больше, короче. Да. То, что у нас универсалы больше любят. Единственное. Это да, но не 210. Это да. Вот 211 уже как-то больше, более-менее, намного да. больше. Окей. Кому ты хочешь передать из родственников привет? Из родственников? Да считай всей семье. Угу. А вот мне из родственников самое главное это... Димон, я знаю, что ты это увидишь. Это Мерседес.